В Екатеринбурге водитель, не сумевший совладать со шлагбаумом при выезде из двора, решил собственную проблему сделать общей. Время 6 утра. Ну что творить? Время 6 утра. Это видео сняли жильцы многоэтажки на Муранова 12 в микрорайоне Широкая речка. Ранним утром, когда жильцы в большинстве своем спали, водитель темно-синего бизнес-седана BMW с так называемыми красивыми номерами пытался выехать за территорию, огороженную забором и шлагбаумом. Но ни брелока, ни даже телефона у мужчины, видимо, не было. И чтобы привлечь внимание к своей проблеме, он включил погромче тюремный шансон, открыл двери и безостановочно стал сигналить. Вот телефон на шлагбауме, зайдите да туда. Вон там а где телефон-то? Телефон? Да иди до них, постучи да туда. Разбудили детей всех. Детей всех разбудили, один такой, блин, надо же. Шлагбаум наконец кто-то открыл. Синяя тонированная бэха укатила по своим делам, но настроение у жильцов как минимум половины дома оказалось испорченным. Согласно открытым источникам, BMW 530D X-Drive 2020 года выпуска был приобретен новым владельцем всего месяц назад. Рыночная стоимость такого автомобиля от 7 миллионов рублей. Можно только предположить, как этот автомобилист, не считающийся ни с кем ради собственного комфорта, мог заработать эти деньги.